Еще одно лечебное учреждение Твери получило ультрасовременное медицинское оборудование в рамках борьбы с COVID-19. В областной лечебно-реабилитационный центр поступил УЗИ-аппарат экспертного класса. Врачи уже отмечают, что он хорошо послужит на благо пациентов не только сейчас, но и по окончании пандемии коронавируса. Региональный лечебно-реабилитационный центр – одно из тех медучреждений, которые находятся на передовой борьбе с коронавирусом. Еще в мае здесь развернули инфекционный госпиталь. Поступающие пациенты нуждаются в максимально точной и оперативной диагностике. Ведь COVID-19 опасен тем, что дает сильные осложнения, поражающие внутренние органы. На этом фоне идет обострение хронических заболеваний. Имеющиеся аппараты УЗИ не всегда позволяют провести нужную диагностику. Аппарат оснащен всеми необходимыми датчиками для проведения обследования как сердечно-сосудистой системы, так и внутренних органов. Это аппараты экспертного уровня с очень высокой разрешающей способностью, на котором видна патология, та, которую можно пропустить на аппаратах скринингового уровня. Аппарат стоимостью в 3,5 миллиона рублей для лечебно-реабилитационного центра закупил один из крупнейших тверских застройщиков. Генеральный директор компании отмечает, что они не могли остаться в стороне от борьбы с пандемией коронавируса. Тем более после того, как сами, посетив больницу, увидели, как непросто приходится медикам. Спасибо. Низкий поклон врачам, которые борются. Это завораживающее зрелище. Конечно, сегодня врачи оказались в положении, как на войне. Если он поможет сохранить хотя бы одну жизнь, мы будем очень рады. Власти Тверской области ведут очень активную работу по оснащению больниц современным медицинским оборудованием, предназначенным для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, отмечает губернатор Игорь Руденя, подчеркивая важность таких вот примеров бескорыстной помощи со стороны бизнеса, который также вносит свою лепту в борьбу с COVID-19.